машинка «Континенталь». Это дедушкина машинка. Давайте на фоне фотографии его. Нет? Милостивая государыня, приглашаем вас на работу учительницей. Это бабушки. В школу при цементном заводе Черноморского общества производства цемента. С окладом в 480 рублей, с готовым отоплением. Так. 480 рублей в год. Это какой год-то? Так, это у нас 1903 год. Третий год. Да. Я думаю, что это большие деньги были. Это были большие деньги. Тем более при готовой квартире за квартиру не платить, с отоплением. Вот, это были хорошие деньги. Бурелом, кажется. Здесь у нас идет советский период, это уже после... Я и говорю, советский, Мейерхольд же ставил. Нет. Это послевоенный период. А послевоенный? Мейерхольд у нас вот здесь. Вот. Ага. 1920 год. Мейерхольд уехал еще раньше. Да. Эти книжечки я узнаю. Да, все книжечки датированы и проставлены. Отец зеленым ставил на первой 17-й странице, если мне память не изменяет. Да. Краеведческие ты получше книги отдали, получается, да? Более такие. Вы знаете, мне, например, эта большая советская энциклопедия так душу греет. Иногда я ищу вопросы. Вот с полкой я не помню. Полка, была ли она у нас или нет? Не, на Лаврушинской ее точно не было. Вы знаете, некоторые предметы подобраны по описанию вашего отца. Не все можно было... Отец рассказывал... А чего-то не хватает. Ходил, фикуса не хватает. Отец писал простыми карандашами, он все, у него у вас письма подлинные еще сохранились дома. Да-да-да. Все написано простыми карандашами. И вот когда карандаш уже не нужен был, он его втыкал в фикус. И фикус стоял как ежик, утыкан простыми карандашами. Угу. Да, интересно, тут через 32 года оказаться. Мне казалось, комната еще меньше была, да, и самовар стоял не здесь, а где-то здесь он стоял, да. От входа. Не знаю, я пришла, он здесь стоял. Вот он, самоварчик родной, который в Красково я чай делал, растапливал с отцом вместе. Лежит серебряная ложечка, мы ее убрали, чтобы она никуда да. не исчезла, она в сейфе лежит. Да. Прелесть. Вот, наверное, вы в это окошко смотрели. Сюда дед смотрел, да. И здесь какое-то было что, производство вот или что? Вот здесь, где сейчас стоит вот этот большой цех, называется цехом сухого помола. Когда жил здесь дед, здесь стояли шахтные печи. Наверное, про них он там и говорил. И про них он, даже в воспоминаниях есть, что он сидел в этой комнате, работал под шум завода, работали печи. Да, потому что он все видел, как все происходило. Вот лампа, реплика того, делали, вы говорите, на Мосфильме специально, и вместо спиртовой лампы сделали там электрическую. Да. Вот, то есть... Она по тем советским временам дорогая была, на 1850, вот такая у нее цена. Муляж дорогостоящий. Естественно, меня это мало интересовало, потому что тогда я не знал, что такое ноты. Такого Зингера не было, хотя я могу ошибаться. Вы знаете, то, что у Татьяны Николаевны была машинка, это однозначно. То, что она шила детям, обшивала всю семью. Поэтому машинку такую же точно подобрали. Здесь подлинные ножнички Татьяны Николаевны. Это да. Пакет.